Особенно актуальным такие мероприятия становятся в свете того, что президент в своем послании говорит о необходимости достижения к 30-му году возраста здорового долголетия 80+. Мы должны войти в число стран, которые достигли такого показателя. Вот уже в 13-й раз этот форум, который стал истинно международным, кстати, он включен в план европейских мероприятий. Я хочу еще раз всех поздравить, пожелать всего самого хорошего и напомнить, что самое главное, все зависит от нас самих. Я вам желаю успешной работы и присутствия на форуме, и чтобы слова тем, кому за, стали действительно путевкой в новую жизнь, которая была бы наполнена смыслом, активностью, любовью. 13-й международный форум «Старшее поколение» объявляется открытым. Попрошу.
был тоже на тебя похож. И я кружился, словно заводной, но пошел я в школу, начались с собой. Танцуй пока.